Запретная зона. Купание запрещено. Ваня, веришь? Но мы сейчас, кроме Николаевки, ничего и не видели. Что мы? Мы сейчас живем, такое чувство, на том же Марсе, потому что мы и так ничего и не знаем, считай, про этот мир. У меня недавно был такой случай, я принес виноград с огорода, и мне было жутко все лень делать, я просто уселся на кухне, помыл виноград и начал его есть. И в этом винограде я увидел жука, при том, что у меня жутко болели ноги, и я просто мог его так раздавить и все. Я вот так его взял, отнес на балкон и выпустил с балкона, и он улетел. Мне не хотелось его убивать, я не знаю, ну, не хотелось. И поэтому ставить вопрос, убью ли я человека, если я не могу убить жука. Как-то не ставлю я себе больше такие вопросы. Именно тот вечер, когда она говорит, что она опять с ним, мне так сразу противно становится, такой жар по лицу, по всему телу, и я хочу уже идти крошить и убивать. Но мне нужно идти на вальс. Да, я иду на вальс, весь вечер наблюдаю за одноклассниками, как они тренируются. На половине занятий выхожу домой, покупаю ВТБ зажигалку, о которой потом рассказывал. И весь вечер провожу за тем, что слушаю песни Radiohead. Как обычно, в принципе.